В этом ресторане можно запросто промочить ноги. Или вообще выйти мокрым с головы до ног. Однако, это не отпугивает потенциальных посетителей. Скорее наоборот, число желающих пообедать на вилле Эскудера в ее ресторане при водопаде только растет. Вилла Эскудера – невероятно приятное место в пригороде Сан-Пабло на Филиппинах. Вилла зародилась в 1895 году как плантация сахарного тростника. Позднее хозяин, Дон Эскудера, выстроил здесь саму виллу, а также первую на Филиппинах электростанцию. Водопад, который расположен на территории его виллы, это, по сути, гидрослив той самой электростанции. Техническое происхождение кристально чистой воды водопада, впрочем, ничуть не отпугивает посетителей. Гостей на вилле всегда много, тем более, что входной билет сюда включает катание на буйволах по территории поместья, посещение музея всяческих редкостей и, собственно, шведский стол в ресторане у водопада. По выходным для гостей также устраивают красочное шоу по мотивам филиппинских мифов и легенд. Кроме того, каждый желающий может покататься на велосипеде, поиграть в теннис и поплавать на бамбуковых плотах. Хотя, бесспорно, гвоздь программы «Вилла Эскудера» – ресторан у водопада, где посетителям предлагают шведский стол из популярных местных блюд. Накладывают их гости в тарелки из больших зеленых листьев, а в качестве бонуса предлагается фото на память у водопада, купание в водопаде, ну и спасение своих тапочек, обувь можно оставлять на специальных стеллажах, порой подхватываемых струями воды. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.